Здравствуйте, дорогие друзья, студенты. Я подключаюсь в помощь к Владимиру. Мы оба были в Париже и видели этот прекрасный город и хотим к нему еще больше подлизаться, написать 5 работ, посвященных этому прекрасному месту на Земле. И как бы и вам тоже я советую. Я думаю, что все рано или поздно побываете в этом городе, потому что это центр энергетического такого, знаете, любвеобильного состояния человеческого. Я вас приветствую в нашей мастерской. Продолжаем нашу тему «Архитектура в живописи» и, в частности, «Архитектурная панорама». И я еще раз напомню, на что мы ориентируемся. Иной раз сталкиваешься с тем, что кто-то не совсем верно понимает задачи, кто-то ставит какие-то узконаправленные задачи. Поэтому лишний раз напомнить и сделать немножко другой формат, преподнести это в наш, чтобы он не был таким же, как обычно, мастер-классом стандартным. Мы вот с Леной подумали, и будет у нас такой сюрприз для вас. Значит, вкратце, мы ориентируемся, хотя изображаем Лувр, но ориентируемся на живописцев, которые изображали архитектуру именно как живописцы. То есть нас интересует не фотографическое, топографическое отображение площадей и улиц Парижа там, или какого-то другого города. Нас интересует именно та живописная составляющая, чтобы мы живописно могли передать дух той архитектуры, которую мы изображаем. И чтобы вы могли вложить свою душу, вложить свою интерпретацию увиденного, чтобы вы потом впоследствии могли сами сделать свою работу. Сегодня нашему вниманию предстанет большой дворец, Гранд Палас в Париже. Сакрикюр. Сердце Божье переводится, в переводе означает это название Сакрикюр. Его заложили еще в 1875 году, а закончили строительство аж в 1914. Композиционный центр сделаем, конечно же, вот здесь. Это боковая часть оперного парижского театра. Мы решили не фас взять, а боковушку для интереса. Сегодня у нас очень знаменитое, известнейшее сооружение под названием Нотр-Дам-де-Пари или Собор Парижской Богоматери.